Добрый день, меня зовут Дмитрий, и я прошел стажировку в компании Intertechmedia. В один прекрасный день я понял, что мне нужно что-то менять, и решил податься в SEO-продвижение. Так как опыта работы у меня не было, то единственный вариант – это была стажировка. На моем резюме откликнулась компания Intertechmedia, я пришел у них в стажировку, и через какое-то время меня пригласили уже к себе в офис. Стажировка длилась 2 месяца, было получено очень много знаний, все было отработано на практике, была работа над различными интересными проектами, все проекты разные, на различных платформах, различная тематика, скучать не приходилось. После стажировки я понял, что я останусь в этой сфере, в сфере SEO, так что кто хочет поменять свою жизнь, прошу в компанию Intertechmedia на стажировку.